Евгений Евтушенко, «Баллада о пианисте». Когда его били фашисты в концлагере и ухмылялись «попался», он прятал одно — свои руки, костлявые, только бы не по пальцам. Потом его вызвал к себе вертухай, фашистик розовый, чистый. «Дадим инструмент для начальства, сыграй!» А он процедил «разучился». И он выступал с лопатой в руках в изысканном обществе мусора. Но в пальцах его, в 10 тайниках, пряталась музыка. Музыка. И ночью, когда прорезался сквозь мглу лунный крамольный краешек, углем он грубо чертил на полу клавиши, клавиши, клавиши. В ком-то урчала гнилая фасоль, кто-то вышептывал имя зазнобы, а от неструганных фа и соль в пальцы вонзались занозы. И он играл до рассвета, как мог, срывался, мучился. Пробовал, хотя получить он только и мог букет из колючей проволоки. Было не страшно ему, что убьют, в гибели нету позора. Было страшнее, что слаб этюд, особенно в части мажора. И он, возвратившись, не пил, не рыдал, весь как сплошное оттуда. Он от холстины продрогший рояль, словно ребенка, откутал. И старец со скрепками в бороде, владыка консерватории, прослушав, спросил озадаченно: «Где? Вы так хорошо подготовились! Играй, пианист!» Отплывает барак, ковчег твоей музыки ноев, но криком крича проступает сквозь фраг невидимый лагерный номер.